Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 22 февраля 2023 года. Поздравляем всех-всех мужчин с наступающим праздником. 23 февраля, День защитника Отечества. И давно не показывала наших взрослых собачек. Да, многие хотят посмотреть. Показываю Варежку. Варежка наша кошечка, да. Красотка, уже седая. Но, как всегда, на стол, конечно, надо первым делом на стол забраться. Дось. Все, не лазь по столу. Вот такие вот две принцесски. Дусе будет 11 лет в апреле. Варежке 6. Красавица. Ой, Варежка у нас умеет танцевать. Дуся делает ладушки. У каждого какие-то свои есть сюрпризы, да, скажи. Свои способности, хитрости, которыми, скажи, мы выклянчиваем вкусняшки у мамы. Да. Дусе скоро 11 лет в апреле. Такая вот красотуся. Да что ж ты говоришь такое? Ой, увидимся завтра, дорогие друзья, в новых видео о жизни наших питомцев. Будем, конечно же, поздравлять наших любимых дорогих мужчин с праздником Днем Защитника Отечества. А нашего папу Лешу даже с двойным праздником. День рождения у нас и День Защитника Отечества. Поэтому сегодня у нас такой тяжелый подготовительный день. А завтра будем праздновать и снимать новые, надеюсь, интересные для вас видео о жизни наших питомцев. Всем пока-пока и до новых встреч!